Олег Петраков тут высказался по поводу того, что Порошенко боялся проводить реформы, хотел без шума и суеты отсидеть, спокойно свой срок покомандовать, погреть немного руки, немного помочь людям, себе и уйти опять в свой шоколадный бизнес. Ну, Олег, с поправкой на то, что политикой или попытками заниматься политической деятельностью Петр Порошенко начал очень давно. И с Януковичем сотрудничал. История его, так сказать, политической деятельности, она большая. Но вы правы, это политик старого типа. Политик, который приходит к власти с желанием не навредить самому себе. Реформа – это всегда риск. Вот по Михаилу Саакашвили мы видим президент, который продвинул свою страну там, на десятилетия вперед, реформировал ее, в конце концов, ему пришлось уйти. Порошенко, который затормозил развитие Украины, еще может вернется, еще может быть там через некоторое время его будут вспоминать добрым словом, если Владимир Зеленский начнет реформы. Народ не любит реформы, это известное дело. Во время реформ это тяжелый процесс, необходимо перестраиваться, перестраивать психологию. Люди страдают от реформ, они не всегда довольны. Следующее поколение, как с эмиграцией, знаете, уехать в эмиграцию там, в 30-40 лет можно, но вы обрекаете себя на несчастливую жизнь. Детям будет хорошо. А вам не очень хорошо. Ну вот тем, кто попал в этот переходный период после Советского Союза в России, кому-то удалось адаптироваться, но большинство больше потеряло, чем приобрело, к сожалению.